На свадьбе плясали под песню «Червона калина». На видео отчетливо слышатся слова «Славна Украина». В Крыму это считают не иначе, как гимном нацбатальона «Азов», который признан террористическим и вообще запрещен в России. Ну и вот, почему так считают? Солист украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк, который пиарился на том, что записался в территориальную оборону Украины, еще весной исполнил «Червону калину», стоя в камуфляже и с автоматом в руках на Софийской площади в Киеве. Ну а затем ему стали подпевать все другие артисты незалежные. Некоторые в тексте даже меняли слово «враги», есть там и такое, на «москалы». Он также посчитал и Бахчисарайский суд. Танцы под песни украинских националистов там расценили как публичные действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил России. Шестерых участников вот этой свадьбы наказали. Владелец банкетного зала получил 15 суток ареста, диджей и танцовщица по 10 суток, мать жениха 5 суток, мать невесты штраф в 40 тысяч рублей, а жена владельца ресторана в 50 тысяч рублей. Сам же ресторан на время проведения проверки закрыли. Ну а глава Крыма Сергей Аксенов пообещал принимать в таких случаях жесткие меры.